Всем добрый день. Уже переоделась, извините, не в парадном. Не хотела снимать, вернее, я не думала снимать, а муж говорит, да сними, то что продуктов столько купили. Ну все, какая есть, такая и буду. Сейчас познакомлю вас, какие продукты купила. Довольна, что рыбку такую купила. Вот такие три хвостика на 80 гривен. Они по 140 гривен, такие хорошие. Хвосты вот эти вот, знаете, отрезаны. А тут мякоть хорошая, я когда-то покупала, то я его еще пополам, на две штучки, на гриле обжариваю. Очень вкусно, очень. Рыбка такая хорошая. И еще в другом магазине еще вот такая вот рыбка. Тоже по 140. Смотрите, какие хорошие куски. Вот. Возле головы они срезаны. Вот такие два хороших стейка. Тоже по 140. И где-то они на 80 гривен. А тут есть цена. На 79-77. Два стейка прекрасных. То это я довольна, мне надолго хватит. Дальше. Шоколадка такая, 16 гривен. А Оленка мне надо будет одной девочке подарить. Помидорка. Одну купила я ее. Не сильно такая твердая, каменная. И пахла даже. По 60 гривен. Одну штучку купила. Сколько она там стоит? Помидорка. На 11 гривен одна штучка. Дальше апельсины по 15 гривен, на 6 гривен две штуки. А, написано второй сорт. Редиска вот такая, гляньте, сосулечки. Красивая редиска на салатик сейчас сделаю. 5 гривен пучок. Чай Тесс черный. Какой-то он цейлонский, байховый, крупнолистовой. Я перед этим покупала кусочки, были кусочки кожуры апельсина. То я страшно это не люблю. Я чистенький люблю чай. Кофе. Ага, 36 гривен этот чай. И кофе Жокей. 36 гривен. Натуральный, меленый, молотый. Вот ребрышки покажу. Ребрышки свежие, смотрите. Не толстые, мяско немного, свежусенькие. По 80 гривен в мясном павильоне брал. Кучка щавля 5 гривен у нас. То на борщ тут много, остальное надо заморозить, чтоб не пропал. Тут на один борщ много, на два борща мало. Вот так как-то. Вот такие покупки у меня за сегодня это все. Сейчас сделаю салатик. Я говорила в прямом эфире. У меня есть такая пшеничная каша с мяском, вроде бы как плов. Вкусненько разогрею эту кашку. Вот. Салатик с редиской, яйцо сварила. Сейчас все это быстренько сделаю. Хотела сегодня борщ щавлёвый, но уже поздно. Уже такое время, что сразу кушать готовое. Так что мы так и сделаем. Спасибо, что посмотрели видео. Понравилось видео, ставьте лайки, заходите на мой канал, смотрите мои видео, подписывайтесь на мой канал. И всего вам доброго и до новых встреч!